Прекрасная погодка. Работа просто песня. Солнышко, птички, никого. Пойду, наверное, в будку отдохну, телевизор посмотрю. Упс. Что это еще такое? Господи. Я не понял. А где мой сельский час? Скорый. Скорый поехал. Тут твари какие-то. Боже мой, что это такое? А что у него с глазами, боже? О чем это вообще передача? Скелеты. Ничего не понимаю. Унитазы, боже мой. Почему здесь унитазы? Что с телевидением творится? Кресты, боже мой. Опять скорый поехал. Его же не должно быть. Что творится? Сигнализация, шлагбаум. Почему он сработал? Да что такое? Почему он работает? Как так случилось? Выключился. Никого нет. Опять сработал. Выключился. Это что, прикол такой? Выключился. Сам включается, сам выключается. Этого не может быть. Вроде не бухаю. Выключился снова. Тишина, слава богу. Вертолет. Слышу звуковертолет. Военный. Военный вертолет. В сторону депо. Точно, в сторону депо полетел. Вот и наше депо. Запускаем дрон. Ты куда поехал, алё? Там же нет машиниста. Ещё один поехал. Куда ты поехал, дорогой? Никого нет, ни машинистов, ни помощников. Они сами едут.
Как они могут сами ехать? Кто ими может управлять? Все с ума посходили. Это какое-то безумие. Туда же уехал. Они носятся сами по себе. Связаться срочно с управлением. Диспетчер, поезда самопроизвольно начали двигаться. Я вообще не понимаю, что случилось. Как такое возможно? Я на вертолете сделаю облет и прилечу в управление. Конец связи. Я полсотни первый. Разрешите взлет, диспетчер. Я взлетаю. Воу-воу-воу-воу-воу. Не так резко. Вау-вау-вау. Держим высоту. Выходим на наш маршрут. Ничего себе огни! Что это? Что это движется? Высоту, держим высоту. Ни машиниста, ни помощника, сам поехал. Еще один есть. Куда не едет вообще? Кто ими управляет? Пассажирский поезд стоит, просто стоит на путях. Почему я стоит? Посадки, которые мы встречали. Поезда самопроизвольно просто двигаются. Бесконтрольно. Кто ими управляет, неизвестно. Делаем еще один облет. Снова это светящийся объект. Да, он едет. Кто им управляет? Хюндай стоит.
огромной скорости несутся. Диспетчер, прием, мы возвращаемся в управление. Я так и знал, наше управление уже под охраной военных. Вовремя. Поднимаемся в управление. Персонала нет. Заходим в серверную. Вау! Вот это да! Никогда я такого еще не видел. Наши сервера, которые обслуживают движение поездов, так они походу не работают. Они вышли из строя. Где наши айтишники? Кто обслуживает сервера? Где весь персонал? Надо срочно наладить канал связи. Попробуем восстановить канал связи. Вот. Отлично. Срочные новости. Свидетели говорят, что во многих местах поезда самопроизвольно двигаются. Никто ими не управляет. Эксклюзивное видео. Военный вертолет обстреливает. Поезд и не можете его остановить. Так, что же делать, что же делать? Сейчас позвоним Коннору, IT-специалисту. О, пошел звонок. Коннор, привет! Нам нужна твоя помощь. Hi, friend. We know about the problem. Our specialists, together with the military, developed a security code. We have sent you a security code, entered in the train should stop. Call me if there are problems. Bye. Пока, 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 дорогой. Ну что, сейчас будем вводить код безопасности. Загрузка, пошла загрузка. Люки. Это же наше депо. Поезда все на месте. Не может быть. У нас получилось. У нас получилось. Трудный путь мы прошли. И наше вознаграждение фейерверк. Спасибо всем.